нашла. Снимает маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Ирина выходит из биоробота, становится рядом. Если в ее биороботе присутствуют растяжки, голограммы, копии, подключки, артефакты, они становятся видимы и выходят из биоробота. У меня вышла тонкая копия, на голове диск такой. Диск. Крутящийся, да. Хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ирину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Ирины поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ирину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, она показывает на этот диск, он как шапка с большими полями вокруг нее. Хорошо, сканер. Отключи этот диск полностью до последнего чипа датчика импланта конвектора и выведи это все из биополя Ирины. Пошел процесс. Как выходит? Отправляется сила моего намерения, все в клетку-тюрьму. Готово в клетке. Хорошо. Так лучше, Ирина. Ее и так передергивает, потому что там как шнуры вышли из спины у нее к этому диску. Лучше. Понятно. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ирины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Эти 7 тонких тел Ирины находят все. Неодемон, 12-й, Джейн, 32-18. Хорошо. Кто там мимикрирует? Дракон синий и... Да, кто-то здесь меняется еще постоянно. Хорошо, синий дракон. Рептилоид, 2 грея. Так, это они менялись, да? Да, но они то пропадают, то появятся. Защита какая-то у них стоит, греев. Рептилоида Влад... четко видно. Влад, просканируй защиту греев, сожги ее прямо на месте, и грей получает по 50 тысяч герц удар. Они называют это зонд, то есть это как перед ними пластина, скрывающая, делающая их невидимыми. Грей, вы в своем уме вообще или нет? Вы решили меня здесь устроить спектакль? Они не хотят, чтобы ты их бил. Этот зонд — это защита от плазмы. Это их новое оружие, новая защита. Серьезно? Хорошо. Этот зонтик уходит в соседнюю клетку. Они просят не уничтожать его. Кого? Зонт. Может, я его не уничтожу, но вы его не получите больше. Итак, Грей, с рептилоидом и этим диском. Что это вы здесь устроили? Цель подключки. Мысли по кругу. Как долго находился этот диск в биополе? Как долго вы воздействовали, вы находились в этом биополе? 23 года. Диск намного позже. 23 года. Я думаю, тогда, в принципе, это наблюдение очень... Наблюдение за человеком. Ну, я не думаю, что вы слишком много наблюдали за человеком. Я посмотрю. Сейчас сканер просканирую полноту души Ирины на настоящий момент. 75%. Грей, где 25%? Она поделилась диском в диске. Она поделилась диском. Это неправильная формулировка. Вы украли 25% через этот диск. Диск сам не устанавливается. Нет, она вложила его мыслями туда. Все ее мысли вместе с частицами даже ходят по кругу в этом диске. Хорошо. Начинаем работать. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Ирины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным. То, что она могла получить от них, возвращается к ним. Так, синий дракон. Какие цифры над головой? Считай, пожалуйста. 17.80. Сколько ты находился в этом биополе, дракон? 6 месяцев. Так, кто из вас присутствует в квартире? Никто. Ставим маячок. Красный маячок загорается над клеткой того, кто находится еще в квартире. У Димона есть портал, который он пользуется. Димон, ты что? В квартире он не находится. Хорошо. Сколько находился Джин в этом биополе? 11 лет. Какие все долгожители. И демон 12-герцовый. Сколько ты находился в этом биополе? 3 года. На что зашел? Он заходит, выходит, у него стоят установки на жертвенность. Жертва. Объясни,
Что именно? Человек, который видит себя жертвой или как-то... Я не понимаю сейчас. Да, именно так. Ну, это, безусловно, твоя чистота. Сколько ты находился в этом биополе? Ищет, чтобы быть жертвой, не просто видит себя. Даже ищет? Хорошо. Сколько ты находился в биополе со своими подключками? 3 года. 3 года. Хорошо. Реверс закончился? Да. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Ирина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Все родные энергии, все пошло мощным потоком назад. Грея, вы хотите действительно проверить свой зонтик, ваш зонтик, работает он против плазмы или нет? Вы это серьезно сейчас? Хочет, да. Так вы же потом не останетесь, и следа от вас не останется. Ну, они показывают зон другой клетки. Если бы ты мог маленькую частичку протестировать. Нет, я имел в виду, вы сейчас закроете свои энергии, и я вам дам удар живой плазмы. И посмотрим, пройдет она или нет через ваш зонтик. Вот нет, они не готовы на это. Они будут тестировать тогда это в лаборатории продолжать. Да, вас действительно ничем не остановить. Хорошо. Закончился реверс. Я, правда, не думаю, что вы отсюда попадете в свою лабораторию. Именно сегодня. Хорошо. Все убрали. Начинаем тогда. Вот с Грея вы начнем. Грея, что-нибудь еще осталось в биополе? Ваши подключки, посмотрите. Есть конструкция еще. Выходите, отключаетесь, вытаскиваете. Все аккуратненько. Возвращайтесь назад, докладывайте мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке по каналам. Они снимают с плечей, рук, шея, позвоночник, каркас такой у них сняли. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай. И возвращайся назад. Как ты воздействовал, синий дракон? Где твои платы стоят? Сердечная чакра. И что это было? Объясни мне, как это она ощущала, когда включались платы? На эмоции, на ее включались платы. Какие именно эмоции? Назовите эмоции. Разные. Как всплески, как дошли. Положительные или негативные? Разные, негативные, в том числе страх. Страх. Понятно, хорошо. Пластина подпитывалась. А демон усиливал страх. Ну, это его работа. Готово, снял. Хорошо, Джин, твоя очередь. Выходи, тебе не надо. Забирай всю свою пыль, все свои подключки, втягивай, ничего не забывай. Доклады о готовности к проверке. У меня руки до локтя плотным слоем этой пыли замотаны. Вот. Джин, а теперь ты мне расскажи, как эта пыль воздействовала на ее финансовое положение? Давила. Давила. Какие действия она совершала? Голубые. Ты что, думаешь, я этим ответом останусь довольным или удовлетворенным? Не что, снять с тебя твои причиндалы и наказать тебя или как? Он формулирует. Хорошо, формулируй тогда. Значит, у него... Пыли на руках толстым слоем и на теле в области поясницы, то туловище, где то забедренный сустав таким большим поясом обмотана она. Вот это ей давило на разные глупые действия, связанные с финансами. Вот как. Понятно. То есть эта пыль, находящаяся в ее биополе, воздействовала на то, чтобы она совершала какие-то необдуманные действия с финансами. Я правильно понимаю? Да. Хорошо, меня устраивает этот ответ. Необдуманные действия, связанные с финансами. И это последние 11 лет, сколько ты находился в ее биополе, да? Ну, он уплотнял. Уплотнял. А желания какие-нибудь ты ее исполнял? Все голубые желания. Вот как. Все понятно. Он все снял. Хорошо, демон, твоя очередь. Перед тем, как ты начнешь, ответь мне на вопрос, есть ли лярвы в биополе Ирины? Да. Где они находятся? На руках находится. Ты хочешь их получить? На шее хочу. Хорошо. Выходи сейчас, отключайся полностью, вытаскивай все, что ты оставил, объясни, как оно действовало. И на месте доложи мне, я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. У меня высокие сапоги, она еле ноги тащила. Тяжеленькие. Все утяжеляло, то есть все текло вниз. Значит, на подошвах должно быть тоже что-то, да? В ногах затемнение лярвы. Он ее показывает, она как зомби медленно перебирается, таким медленным шагом ноги переставляет из-за этих сапог. Все хорошо, значит, это была работа демона.
Это мы для Ирины объясняем, для того, чтобы она знала. Это как-то связано с ее головой. Она смотрит в разные стороны, и у нее как вата в голове, каша. Но у нее каша в голове могла быть и от этого диска, Грея и рептилоида. А там мысли в диске, которые по кругу головы ходят, а внутри каша, которую утяжелял демон вот этими сапогами. А вот эти вот постоянно повторяющиеся мысли. Ты не принимал их? Ну, вот это и есть диск. Это и есть диск, понятно. Хорошо. Мысли, которые по кругу ходят много лет. В том-то и дело, так и есть. Хорошо. Он все снял? Они заезженные, он говорит. Да, так она и описала. Она просыпается, ложится спать, и продолжение сна идет с того места, где он прекратился. А сны все беспокойные. Нет, это не сны. Это ее прошлое записано на этот диск. Кошмары. В котором она постоянно думает и вспоминает. А это тормозит ее развитие. Это не развивает ее будущее. Она осталась там, в этом диске. И крутится по кругу. Хорошо. Меня эта информация устраивает. Он закончил? Да. Разрешаю тебе забрать лярвы и возвращайся назад. А за то, что ты мне дал полную информацию, могу тебе отдать эмоциональный фантом. Он тебя интересует? Интересует. Подожди, с лярвами закончу. На руках хорошие, жирные, очень вкусные. Ты же, в принципе, за ними-то и приходил. И сидел, чтобы они выросли. Растил, проверял. Приходил, проверял, уходил. 11 лет. Да, я думаю, у тебя много таких, кому ты идти. 3 года я сидел. 3 года. И 11 лет. А, это все правильно, 3 года. Так и есть. Хорошо. Готов. Хорошо. Так, ты все забрал. Мы сейчас рассинхронизируем, все проверим. После этого я дам тебе эмоциональный фантом. Итак, у нас все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Ирины с рептилоидом. Синхронизация до 100% заканчивается автоматически. Демон говорит, что ей будет трудно без них. Без кого? Она уже свыклась так жить, без интерферентов. Ну, давай оставим все-таки выбор за ней. У нее всегда есть право изменить свою жизнь, если она будет работать над своей осознанностью, заполнять себя энергиями, позитивно думать, анализировать, перед тем, как отвечать, не ходить по кругу с этими эмоциями. Конечно, какое-то время потребуется, но, во всяком случае, ей ничего не будет, никакой диск не будет крутиться и повторять ее мысли. Тем более, там было 25% ее души. Воля человека имеет огромную силу, дух. Если намерение есть у человека, он справится. У нее на руках? Да. Как связаны руки. Ну, а кто это связал? Джина. Джина так. Под ключкой. Она не может рассинхронизироваться. Джин меня обманул. Он мне все снял. Джин меня обманул. Хорошо, Джин. Забыл, говорит. Снимаю с него его челму. Все кольца снимаются, серьги снимаются, все магические причиндалы снимаются. И сосуд с деньгами выходит, все идет в соседнюю клетку. Не надо, я забыл. Сила моего намерения расстегивает то, что на руках находится сейчас на чистоте джина. Один, два, три, эти веревки выходят, разрезаются. Готово. Хорошо. Отправляю, открывая под этой веревкой портал в галактическое ядро, она уходит на переработку в чистую первичную энергию. И даю команду на рассинхронизацию по новой. Один, два, три, пошла рассинхронизация со всем, что присутствует в клетке тюрьмы. Она как стряхивает с себя последние какие-то энергии, вот эти синхронизации. Готово? Огромное время. Хорошо. Включаю внутренний белосвет Ирине. И этим светом она выдалит из себя все негативные патогены низковибрационные на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергии выходят. До 100% и формируется перед ней в шар. Готово. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Подхожу к Ирине, помогая моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открываю воронку в галактическое ядро. И канал улетает на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Еще есть у Джина, не отстегивается канал. На ноге что-то есть. Мне это начинает уже реально надоедать. Он говорит, я же говорю, забыл. Это давно было, связал руки и ноги. А потом уплотнил.
вытаскивай все, что сейчас осталось. Это последнее предупреждение. Если после этого что-то я найду, я тебя сожгу. Он с ноги снял веревку с щиколотки. Готово. Рискованную эту игру играет Джин. Рискованную. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Джин говорит, что он молодой и неопытный. Ты глупый, я тебе должен сказать, потому что здесь стояли джинны намного порядков выше тебя. Семитысячные, восьмитысячные мы тоже встречали. Так вот, я тебе скажу, что они не были такими самоуверенными, всемогущими, понимаешь? Они понимали ситуацию и понимали, что если они не будут делать правильно, поступит наказание, последует. Он говорит, ты же мне все вернешь. Пока не знаю. Хорошо. На чистое. На чистое, хорошо. Джин, первый и последний раз. Я тебя предупреждаю, если я тебя еще раз встречу, я тебя накажу в этом с биополе. С ним не отстегнулся канал пока. Что? Канал с ним не отстегнулся. Понял, хорошо, подхожу к Ирине, помогаю моей энергии отстегнуть все каналы. На счет 3, 2, 3, удар. Отлетают каналы, отсекается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Сейчас чисто все, да? Да. Выходит эмоциональный фантом Ирины. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии. И сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. У меня эмоциональный фантом вышел, и с ним вышла в голове вот эта каша, про которую говорил демон. Ирина, эти энергии вы сгенерировали сами. Вы готовы с ними расстаться? Готова. Сворачивай энергии в шар. Демон забираешь? Да. Отправляю демона. Я прям праздник какой-то сегодня. Он каждую эмоцию прожевывает. Готово. Гурман. Хорошо. Ну все тогда, значит, возвращает Джину все его причиндалы. Готово. Отлично. Хорошо, Джин, ты все понял, да? Понял. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Есть. Демон готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Есть. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше не придешь. Даю слово синего дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя. У меня здесь рептилоид 2 Грея, 23 года. Сидели, 25% находилось в диске у человека. И ему постоянно крутились одни и те же мысли в голове, практически доводя до безумия. Кроме того, мы у Греев нашли зонтик, которым они пытаются нашу плазму отразить. Он тоже находится здесь. Я думаю, будет интересно посмотреть вам на него. Да, заберем, посмотрим. Хорошо. Их тоже забираем. Благодарю. Под диском открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. И диск уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Так что, Грей, придется подождать с лабораторией. Клетка пустая, посмотри, пожалуйста. Да, пустая. Хорошо. Их забрали? Да, их забрали. Хорошо, начинаем тогда. Пошли, поехали по частотам. Переходим на частоту неупокоенной бесплотной души. Здесь есть что-то. Неупокоенная душа, если есть, выходит, идет в клетку-тюрьму. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Неупокоенная душа, представься, как тебе, к тебе обращаться. Он курит и плюется. Курит и плюется? Игорь. Игорь, а что ты куришь и плюешься? И почему ты здесь? От воспаления легких. Понятно. И как давно ты закончил свое земное существование? Он матерится. Показывает, как он забивает махорочку, курю, говорит. Матерится? Да, он не помнит, когда он закончил свое существование. Ругает свою жизнь. Так, на какой уровень его отправлять тогда? Сделай запрос. Ему открыть нужно портал, он уйдет. И портал откроется на уровень, который ему нужно. Хорошо. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Игорь уходит
в этот портал. Его встречает куратор. Закрывая, печатаю, растворяю. Он одет как матрос. У него ключ, штаны сзади. Такой, как не рюкзак, а узелок, я бы сказала. И у него фуражка и ленточки. Он туда внутрь заходит. Пальто короткое. Вижу. Черное. Да. Короткий ключ, штаны такие. Он не злой, просто жизнь у него такая была. Его встречают. Хорошо. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Я думал, только демоны курят. У него жизнь закончилась. Это послереволюционная Россия. Вот так аж даже. Ничего себе задержался, матрусик. Да. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ирина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Чистое чувство, спокойствие, чувство энергии новые. И еще я сделала шаг вперед к моей новой жизни. У нас куратор, по-моему, ее в комнате. Да. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя. Кто к нам пришел? Благодарю вас за эту чистку. Благодарю вас, что услышали меня. Моя душа счастлива от этого очищения. Замечательно. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Лилия. Лилия, вы куратор? Я куратор. Отлично. Сегодня мы убрали все, что мешало Ирине на ее пути. И там действительно 23 года, действительно очень сильное воздействие было. Сейчас у нее начинается действительно новая жизнь, если так можно сказать. Если вы хотите от себя передать какое-то напутствие. Да, у меня есть сообщение. Пожалуйста. Во-первых, я хочу сказать, Ирина – ангельская душа. Ангел. Отлично. Сейчас она это прочувствовала и увидела. Но ей нужно много узнать и понять внутри себя, чтобы начать развитие в правильном направлении и жить позитивно и уверенно, именно так, как сейчас она себя чувствует. Маленькие знания по закачке энергии, поднятие вибраций, нахождение энергетических центров и визуализация этих энергий поможет сделать правильный шаг. Расширяя в себе эти энергии и уверенность, ты получишь определенную защиту и перестанет жалость и негатив быть твоими спутниками. Уверенность и знания начнут развиваться, притягивая положительные энергии и новых людей. Достаточно носить. Сегодня. Благодарим вас, Лилия, за это напутствие, за эту информацию. Остался маленький нюанс. У нас в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую в ангельском мире прекрасно знают. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. Мы спрашиваем разрешения куратора Лилии передать ей этот скромный подарок, знак благодарности за ее визит, за ее совет и просто добрые воспоминания об этой встрече. Как мило спросить разрешение, чтобы подарить подарок. Мне очень приятно это. Узнаю ангелу. Ну, благодарю вас. Вы знаете, какую нам радость доставляет дарить подарки. И наша ангельские судьба. Энергии. Благодарю вас. Благодарю вас. За подарок и за чистку, в первую очередь. За освобождение души. Дальше начинается работа. Шаг сделан. Шаг хоть сделан. И маленький, но верный. Замечательные верный. Слова. Так и есть. Хорошо, уважаемая Лилия, я говорю, до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе Ирина созреет и захочет вам задать вопросы. В этом случае она может обратиться к нам, и мы организуем это все. А сейчас я говорю, до скорых встреч. Привет ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые точно так же, как и вы, достучатся до своих подопечных. Со своей стороны, мы готовы сделать эту работу, убрать все преграды на их пути, открыть эту дверь, в которую они дальше пойдут сами. Да будет так. А так и есть. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Ирина, мы закончили вашу чистку и встречу с куратором, которая пришла вас поприветствовать. Я плачу, у меня нет слов. Я, во-первых, вся сияю изнутри. И я рада, что
Я нахожусь здесь. Благодарю вас. Во благо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.